Итак, ребят, у нас сегодня, как я и говорил, будет летсплей по поводу книг Z4, вот они. Так, стоп, а где мне книги? Защита, ну-ка. Защита, просто защита, без защита 3. Защита 3, защита 3, 3. Ясно. Да, да. Арб, шоп, шоп, вот. Короче, сейчас выберем книгу отсюда. Где? Защита 4, вот. Книга защита 4, идем на Хома. Вот. Короче, начинаем дюпать книги. Не знаю, сколько книг получится. Короче, нет. Короче, я уже психую немножечко, ладно. Достаю сундук кристальный. Ставлю вот сюда. Типа тут книги будут всякие. А как всякие? Защита 4 только. Только защита 4, только ее. Короче, будут они дюпаться. Не знаю, как будет там больше сундука. Я вам всем раздам, вместо тех сетов будет у меня. Так, в общем-то, ладно. Мы подождем пока что, пока они все отреспятся. И, в принципе, мы продолжим. I'm not myself. Days and nights passing by in a minute, pretending I'm in heaven when I go through hell. I can't sleep, I'm lost in the streets. All I need is love on repeat. A million voices talking to me, that all I need is love on repeat. Короче, ребят, уже все заканчивается, то есть все то, я даже не посчитал, сколько у нас всего получилось. Короче, посчитаем, сколько у нас в сундуке том лежит, всех книг абсолютно. В принципе, разделим это на 3, и получится у нас вот эти вот формочки, сколько формочек всего было. Давайте посчитаем. Там, по сути, если 1000, то надо отнять одну формочку, потому что там у меня был левел 1044. Чтобы посчитать, сколько всего тысячный левел у нас занимает книг. Ну и сам видите, сколько тысячный левел, 1044, точнее 1040 занимает.
А, чтобы потратить на одну книгу, нам нужно 40-й левел. Чтобы понять, какой левел нужен, там надо очки какие-то купить. Не купить, а создать там можно. Да, там золото и стекло, что там. Очек, очек, там что-то. Очек, очек. Не знаю, короче. Очки, там, линза. Что-то там вроде я забыл. Ну, короче, золотая какая-то херня. И надо там поискать где-то возле типографического. Хотя давайте найдем что-то. Всего лишь-то. В принципе, никуда не торопимся. Вот, вот, моноколь этот сраный. Короче, ну, несложно делать, я же сказал. Он золото одно и стеклянная панелька. В общем-то, вот. 40-й левел можно посмотреть. В принципе, если будет меньше, то есть защита 3, то там будет, естественно, 30-й или 35-й левел. Я точно не помню. Короче, у нас тут пол сундука. Это 100%. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24, 48, 50... книг. 50 за 1000 левел, я имею в виду. То есть пример, в принципе, понятен, но с смотрителями, конечно же, то там другое. То есть когда убиваешь смотрителя, там либо 50 на 50, либо тебе будет 76 левел, либо 140, либо нет, 156. То есть там тоже есть выбор. Ну, шанс 50 на 50 выпадет вам либо много опыта, либо чуть меньше, либо наполовину меньше. Мне выпало тогда и так выпадало. Поэтому это 1000 левел, это не точный, конечно же, расчет был у самого майна. То есть, ну, 50 на 50. Если бы выпадало все то же самое, то это было бы очень много, на самом деле. Там где-то 1600. Где-то так было. Короче, пол сундука. У меня, если убрать три книжки, то это как 50 смотрителей, понимаете? 50 книг. 53 книги, короче, в общем-то. А так 50 книг. Защита 4. Короче, кто напишет в комментарии, защита 4. Даже нет, не так. Не, тихо. Нет, надо по-другому как-нибудь. Защита ТВ. Вот так давайте придумаем, в принципе. Защита ТВ. Кто напишет мне в майне. Защита ТВ. Именно вот так вот. Защита ТВ. Именно по-английски. Может, в принципе, хотя ТВ, в принципе, без разницы. Я выдам вам книгу, даже давайте по две книги, даже две книги выдам. Тот, кто напишет мне, я выдам защиту 4. Надо было все-таки образование мне подюпать, я что-то не подумал. Ладно, в общем-то, надеюсь, вам понравился этот ролик. Будут еще какие-то такие фигнюшки, придумаю, надеюсь, да. Вот, все. Надеюсь, вам понравилось, опять же. Я очень это надеюсь, потому что я же не просто так снимаю. В общем-то, все, я даже типографический это стол второй сделал. Чтобы дюпать, кто не знает, чтобы дюпать книги. Например, положим сюда книгу. Нам нужна там рамка, одна рамка. Но ее там нет, потому что она лаганная. Ставим рамку, Shift и правую кнопку мыши по этой книге. Книга телепортируется сюда, формочку. Разбираем формочку и в типографический стол. Сюда вот, ой, это станок. А типографический стол, и все. Сюда нужны книги, там чернильница, чернильки, и все. Короче, ребят, меня крашнуло случайно, не знаю, как это получилось, в принципе, но спасибо, что досмотрели. Сейчас пойду, наверное, скатаю немножко каточек, там Hunger Games или Sky Wars, в принципе, все. Спасибо, досмотрели, заходите в группу, в описании, смотрите обязательно, сейчас там текстур пак вроде сменится. Чувак, мне скилл новый. Ладно, все, всем спасибо и всем пока.